Продолжается визит делегации Чувашии в Челябинскую область. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал на предприятиях региона. Два дня в столице Южного Урала работает наша съемочная группа. Елена Гальперина и Андрей Спиридонов. Первый пункт маршрута – агрокомплекс Чурилово, одно из крупнейших тепличных хозяйств в России. С 25 гектаров ежегодно собирают 25 тысяч тонн овощей и зеленых культур. Здесь успешно применяется голландская технология малообъемной гидропоники. 15-20 лет назад в Российской Федерации таких технологий не было. И тем более по технологии светокультуры. Это круглогодичное выращивание и поставка этих овощей потребителю. Тренд импортозамещения на сегодняшний день звучит, очень много разговоров. Здесь я в реальности убедился, что в Челябинской области, хотя не такой сильный аграрный регион, 30 лет назад был, сегодня практически успехи вообще впечатляют и масштабы впечатляют. То, что с одного квадратного метра получает 90 килограммов огурцов и 65 килограммов томатов, это огромные объемы, и все это идет на российский рынок. Челябинский трубопрокатный завод – визитная карточка уральской промышленности, флагман белой металлургии. Чувашской делегации показали цех по производству труб большого диаметра. Его мощность – до 1 000 000 тонн в год. Качество таково, что трубы могут быть использованы в условиях вечной мерзлоты, в сейсмоопасных зонах, на дне моря. Этот завод новый практически. Мы его закончили строительство в ноябре. Он находится в стадии освоения. Вы уже видите, сегодня он практически выходит на рабочие режимы, вся технологическая операция освоена, и мы выдаем продукцию и для Транснефти, и для Газпрома. И буквально на прошлой неделе мы выиграли тендер и будем участвовать в Северном потоке, там на троих, ЧТПЗ, ВИКСа и Европайп. 600 тысяч за 3 года – это огромный объем, и мы сегодня готовы в полной номенклатуре поставлять свои изделия не только как трубу, но и то, что производится на отводе, на Этерне, отводы, тройники, нища. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев осмотрел центр томографии онкодиспансера. В Чебоксарах строится новый корпус онкологической клиники, и опыт Челябинской области будет нашим врачам очень интересен и полезен, заметил Михаил Игнатьев.